официальный представитель МВД России Елена Алексеева. Сотрудниками Главного управления уголовного розыска МВД России в Восточном округе столицы задержаны члены организованной группы. Подозреваемые занимались торговлей людьми, в том числе несовершеннолетнего возраста. Под видом предоставления высокооплачиваемой работы они вербовали женщин в интернете, а потом продавали их в сексуальное рабство. Оперативники получили информацию, что готовится продажа трех девушек, одна из которых несовершеннолетняя. При передаче денежных средств злоумышленники были задержаны с поличным. По факту возбуждено уголовное дело по статье «Торговля людьми». Проводятся мероприятия, направленные на установление других эпизодов противоправной деятельности. Записано.